Всем привет. Устал идти очень сильно. Вот, смотрите, пробираюсь. Нереальные ямы по колено. О, как я устал. Что не делаешь? По колено просто. Идем копать, точнее шурфить. Там окоп. Там окоп у дерева. И вот тут еще тоже такая, видите, ровненькая стеночка вот так идет. Тоже такая палаточка стояла. Буду шурфить, наверное, сегодня начну с этого места. Подшурфлю, наверное, вот такой уголок. В общем, посмотрим. Ладно, начнем потихонечку копать. Будет дело интересное, я обязательно покажу, надеюсь, находок меня сегодня не оставят, так что вперед. Песок, друзья, вообще отлично. Фу, ну чё, полчасика исканий и наконец-таки плоды пошли. Просто я рад, что наконец-то у меня от шурфа что-то получается. Сейчас буду показывать. В общем, с этого угла у меня как-то было тухленько, вот с этого. И я решил переместиться сюда. Тут у меня небольшая мусорка образовалась. Вот что у нас вышло. Баночка. И, наверное, крышка от нее же. Ну, в общем, это, наверное, мусорка, потому что там железа вообще много-много. Ну, у нас же как тут? Стеночка идет вот так и вот так. И заканчивается. И я что-то убрал снег вот там вот. Посмотрел детектором. Какой-то плохой такой звук. Знаете, я решил все-таки копнуть. И не зря я это сделал. Потому что... Сейчас вам покажу. Вы это видите, друзья? Вот это вот. Это счастье. Счастье копателей, когда монетка выходит и так ее видно. Ох, давайте отойдем на свет. Тут под деревом темнотень. Фу, я, блин, вообще радостный. Так, и что это у нас получается? Мельхиор. И это 20 копеек щитовик. Моя камера, конечно, лучше ловила. Ну, блин, зачет, находочка. Вот, сфокусировал я монетку. 20 копеечек. Щитовичок. Вроде бы 32-й. Дома почищу, покажу. Сейчас я пока вам сказать не могу. Все, начинает она отходить уже. Попрыскал, попшикал ее. Такая, в общем, монета у нас. Классно, классно. Ладно, что, продолжим тогда наш шурфик. Возможно, еще монетка. Сейчас будем вместе уже копать. Фу, запыхался. Смотрите. Четко бронза. 15 сантиметров. Фу, сейчас я как-нибудь... Камеру закреплю вот сюда, на это дерево. Ну чё, видно меня, да? Сейчас копать. Чутка.
Монитос, ребята, монитос. Еще один. Смотрите. Вот он сидит. Голубчик-то наш. Монетный голубчик. Вот он отвалился от земли. И это у нас большущая пятерка, походу. В песочке. Блин, я такой радостный. Никогда я от шурфа не получал столько удовольствия. Да я, в принципе, и не шурфил никогда. О, сейчас будем ее смотреть. Опа. Какой у нас годик-то? 35-й год. Вот это поворот! Ну, пятерка же, да? Да, конечно. Но еще не пролетарий всех стран. Просто СССР. В 1935 году внешний облик монет был изменен. Номиналы продолжали чеканить те же самые. Но на бронзовых монетах изменилось изображение аверса. Исчезла надпись «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Изменения не обошли и мельхиоровые монеты. Также выпускалась никель с изображением рабочего со щитом, в котором написано был номинал на реверсе, а на аверсе государственный герб. А снаружи по кругу «Пролетарий всех стран, соединяйтесь». Но с 35 года картинка изменилась. На реверсе появилась рамка со срезанными углами, в которую вписан номинал. На обратной стороне герб СССР и под ним сокращенное название страны. Что же касается наших 5 копеек 35 года, они есть двух образцов, старого и нового. 5 копеек старого образца – это уже редкая монета. Цена ее достигает до 10 тысяч рублей, а то и более. 5 копеек 35 года нового образца – уже менее редкий пятак. И цена у нее тоже, в принципе, меньше. До 2000. Вот такая вот монетка мне попалась. Я, в принципе, очень рад. Вот это монетос. Вот это радости. Первые монеты 2019 года мои. Это у меня советики пошли. Вот такие красивые советики. Такие вот пятерки и двадцатки. А хабарница начинает забиваться монетками. Это радует. В общем, продолжаем. Сейчас я, правда, устрою небольшой себе перекур. Попью водички, передохну, посижу. Посмотрю, что за монетки по расценочкам в приложении. И продолжу. Начинает темнеть, короче, я решил уже собираться, потому что я что-то так устал. Вот реально больше находок не попадается. Шурфлю, попадается такой один хлам. Что мне тут попалось? Вот какие-то непонятные проволоки. Какое-то кольцо. И вот она. Еще пулька, точнее гильза. Такая вот. Даже что-то можно прочитать. Короче, буду я подрываться, зарываться, взрывать эти все ямочки. А то дед Хабар обидится. И мне больше монетки не даст. Так делать нельзя. Так что я зароюсь. В общем, две монетки для меня. Первый шурф — это довольно-таки хороший результат. Так что спасибо, что вы меня смотрели и поддерживаете всегда лайками. Мне очень приятно. В общем, все. Спасибо за внимание.